привет, с вами я, Жора, и сегодня я снимаю тег ютубера. Давайте же приступим к вопросам. Сколько у тебя подписчиков на канале на момент съемки видео? В данный момент у меня 72 или 73 подписчика, но я думаю, как бы еще есть куда расти. Второй вопрос. Ты говоришь YouTube или YouTube? Знаете, я такой странный человек, я не говорю ни YouTube, ни YouTube, а я говорю YouTube. Мне так легче выговаривать, что ли. Но по транскрипции все-таки правильнее будет YouTube. Третий вопрос. Какое самое первое видео, которое ты посмотрел на YouTube? Первое видео, которое я посмотрел, было в то время довольно-таки популярно. И это видео было о упоротом полицейском, где он нес такую фигню, как... наши полномочия уже все. Ну, собственно, вот она, зацените, если не видели. Ну, в этой ситуации мы просто мы уже здесь наши полномочия все. Окончено. Четвертый вопрос. Мог ли ты пару лет назад представить, что будешь видеоблогером? Давайте начнем с того, что я выкладываю ролики на YouTube с 2013 года. Ну и за всю историю у меня было 5-6 каналов. Ну так вот, если взять более позднее время, то нет, я не мог бы себя представить видеоблогером. Так как у меня не было интернета, да и компьютера. Я стал знакомиться со всеми этими новшествами только в 2011 году. Первый видеоблогер, о котором ты узнал. Самым первым видеоблогером, с кем я познакомился, был Максим Голополосов. Или же Макс плюс 100-500. Седьмой вопрос. Какое твое самое любимое музыкальное видео? Смотрим. Восьмой вопрос. Сколько часов тратишь на съемку видео? Смотря что снимать. Ну а так в среднем от часу до трех. Промежуточек такой. Сколько времени у тебя занимает монтаж видео? Если честно, то монтаж у меня занимает очень много. В среднем это от 4 до 6 часов. И все, знаете почему? Потому что у меня слабый ноутбук. У меня даже был такой случай, когда я полностью смонтировал видео. Ну, где-то длиной 7 минут. Вроде так думаешь, 7 минут, коротенькое видео. Нет, фиг там был. Монтировал его дня 2 где-то. А потом, что вы думаете? Жму сохранить. Вроде загрузка пошла. Ну, бам. Ноутбук вырубился, все слетело нафиг. Травма детства. Смотришь ли ты зарубежных видеоблогеров? Ну, как сказать, смотрел пару раз PewDiePie, и все. К сожалению, больше никого из зарубежных видеоблогеров я не знаю, только PewDiePie. Плюс 100-500 или This is хорошо. Отдаю предпочтение плюс 100-500. Покажи отрывок из своего первого видео. Ребята, наверное, сейчас мне будет очень стыдно. Ладно, смотрите. Всем привет, и сегодня я покажу вам, как можно сделать тайник для денег. Идем к следующему. Мы берем деньги и закладываем их вот так вот аккуратненько, чтобы они не вылазили за края. Так. Все, сложили. Что мы делаем дальше? Что означает твой ник на YouTube? Если честно, я даже сам не знаю. Ну, как бы, вроде придумал, вроде звучит, вроде запоминается. Ну, в принципе, что еще нужно? Нужно придумать ник, который запоминается. Ну, все, как-то так. И последний вопрос. Откуда ты берешь идеи для своих видео? Как вам сказать, ко мне идеи приходят спонтанно оттуда, откуда я их вообще не жду. Например, знаете, пришел с улицы, там, о, бамц, какая-то идея. Посмотрел фильм «Бэнс», тоже идея какая-то. У меня такого нету, что... Сегодня же суббота, надо снять видео, а какое видео? Нет, у меня такого нету. Если у меня есть идея, то я хватаю камеру и иду снимать. Ну что, если тебе понравилось это видео, ставь свой большой палец вверх и подписывайся на канал. Увидимся в следующем ролике, пока!